Здоровенькие ребята, вы на канале Фордмаг. Ну что же, продолжаем слушать офигенные каверы от Икаруса, Дота из Forever и самый худший папочка, черт подери. Давайте уж послушаем наконец-то, начнем с дотки. Ай, бля, всегда говорят, начнем с дотки, а потом приходит человек, который играет в WoW, и начинается срач. Ладно, в любом случае, всем мира, спокойствия, давайте начнем, послушаем, что же в итоге намутил такого Икарыч. Поехали. Может, ты пососешь тому, кто в доту играл? Хочу передать свою маман, я ебал. Ох ты ж, блять. Заебись. Получается, здесь у нас Адама превратили в настоящего скуфяру? Одобряю. Посмотри-ка, попочка, куда тебя занесло? Хочешь или нет, но тебе повезло. Ведь перед тобою бог 2К ММР. И ебал я всех, но бог затем топил их в говне. Я знаю, ты течешь, но не нужно больше слов. Ведь ты можешь засосать батьку в любой момент. Росла свою щель, бейб, ты села на мель. А я... Я, знаете, уже начал, я уже не знаю, что сказать, потому что что-то вапло немного. Вот, понимаете, вот это лицо Чарли идеально описывает мое состояние. Типа, чё нахуй? Ну это хорошо, это хорошо, блять. Уже говорил, что я хорош на пузе. Сколько мамок выбил, я уже не описать. Закрой свой рот, хватит, как сучка стонал. На интернационал. Я порву всем анал. Ага, сейчас, блядь, и все. Вообще пустят, я только что понимаю, что наверняка бог, но есть для меня, сука, лишь один бог есть. Это Гейб Ню, так что соси большой, необрезанный и далекий такой же, как артефакт. Хочет или нет, но придется поверить. Я на пузе порву зобу Дэнни. Я всех мамах ебал. Я по натуре, а ты идешь нах. Ведь в 21 веке нету женщины прав. Реально скуфяра, черт подери. Мой хуй главнее всех, ползы сесть, сама проверить. Ты как и твой папаса отлетаешь в ОП. И да, знаешь, Стефи, я тебя разъебу. Подави твою мамасу, пусть побреет пизду. Так, блять. Слушай сюда, товарищ. Мы, конечно, вроде бы про дотку говорили, блять, а не про такие интимные вещи. Да охуел. Блять, Икарус. Сука, ну ты даешь. Я ты, попочка, прислась туда и потревожила меня. Слово мне описать мне, как у меня сейчас стоит большой хрен. Ты меня мило, и у меня прошел ор. Женщиной смысла не вижу, вести я разговор. Нет, нет, стой, подожди, да подожди ты, сука, оставь, не, блядь, сука. Честно, о, я... Это моё любимое? Да, это, да, это офигенно, да? Лого Прайд, да, сюда, скамить деньги, давай сюда. Давай деньги, блять, кошелек свой. Блять. Блять, ну купи подписку, ну, блять, ну что тебе стоит? Сука, бля, чё могу сказать? Я в офиге немножечко. Не, ну, вот что-что, ну я, знаете, посмотрел полноценный сезон с такой озвучкой, это реально круто, трэшово, офигенно, и реально главный скуфяра рая, да, бля, в какой-то степени. Ладно, следующий кавер. Самый худший папочка. Ха-ха-ха, Чарли, иди нахуй. А не Аластер, блядь? Ха-ха! Ты, дочурка, хоть куда? Но только хочу сказать тебе! Подберем крутого жениха! Дихми! Детка, делай минет! По пентаграмме раз, ударь! Займи косарь! Давай пущу на мясо твоего кота! Ведь он такой вкусный, дочь! Пиздец! Пиздец, реально пиздец! Бать ты, по-моему, чё ты это? Полетел по фазе! Кто-нибудь, несите, блин! Я не знаю, где тушить или ещё что-нибудь, дайте ему по башке! Зачем тебе еда, попей-ка воды? В подвале место для тебя я найду. Или оставлю в казино, вот пизда! Проебала деньги папы, будешь сосать. Так, блядь. Я очень хочу озвучку, блядь, знаете. Ну, может быть, не целый сезон, но хотя бы парочки серий вот в таком стиле. Это офигенно. Со своим таким, вот этим упоротым уебищным сюжетом.
Какая попочка? Покажи-ка свою грудь. Обычно я скажу вам, асексуал, но хотел бы тебе вдуть. Да ну. Я и тут, и там, и здесь. На тебя я могу залезть. Только бы папаша не мешал. Ты сам оставил меня здесь. Что вы сделали с нефтью? Почему у нее голос как будто превращается в Халка? Я посмотрел тот клип за 50к. Ты в нем такая аппетитненькая. Оу, май. Че-то я отпускаюсь все еще вербовайс, хотя кого он еще отпустит, потому что он заставит Чарли бежать хоть за край света, блять. Ой, вербовайс, а что ты с нами так? Всего лишь один клип сделал. А че? Хотел тебя бы я подмять под себя. А как же я? Даже забавно, что твоя дочь шлюха. Когда-нибудь тебя я поимею. Я жизни 8 лет не пожалею. Может, в магазин сходишь за пивом? Ну, а если денег нет, сосы красиво! Скажи спасибо, что не сдал в детдом. Блять! Так знай же, что тебя я поджидаю за углом. Хочешь, я буду тебе новым папой? Тыкать нее хуем хватит! Ну, можешь ты свалить! Свалить, да хуй тебе! Дыхание, как робко мне! Ай, ну все, ща гребешь! Блять, а ты чё? Ах, точно, даже в этой серии бывает. А я знаю, все ждали меня. Нет. Я салом трясу. Хуй пойми, что вообще я несу. Ведь я слониха. Чё? Съебалась. Блять, концовка просто топ. Наконец-то, спустя столько дней, лого прайм. Я соскучился. Деньги. Деньги, твой мышцы, блять. Пусть это закончится, деньги. Блять, это охуенно, господи, мое почтение, киский поклон. Короче, что могу сказать? Каверы офигенные. Вот про папочку это вообще топ. Вот про дотку очень даже неплохо, неплохо. Со своими прикольчиками, но вот про папочку это прям, о-хо-хо-хо-хо, дайте мне больше такого. Короче, дорогой вы мой товарищ Икарус, низкий вам поклон, уважение, обязательно поддержите автора оригинала. Реально, закидайте Икаруса по полной лайками, подписками, комментарии, колокольчик, заходи по вкусным ссылкам в описании и спокойной ночи, дружки-пирожки.